Борис Лифанов родился 1 марта 1957 года в Калинине, ныне Тверь. С детства мечтал стать артистом. Занимался в театральной студии у заслуженной артистки РСФСР Е. Солодухиной. В 1983 году поступил в Тверской театр драмы. В 1987 году окончил актерский факультет ГИТИС им. Луначарского. Курс В.А. Ефремовой из Л. Собиновой. Выступал в Тверском театре драмы более 30 лет. Стал ведущим актером театра. Среди ролей, исполненных Лифановым, Тригорин в «Чайке», Чехова, Беркутов в «Волках и овцах», Островского, Райский в «Обрыве», Гончарова, господин Фарисьев, «Милом друге», Мопассана, Аршимбова, «Уже не дураков», Вебера. В 2001 и 2015 году перенес инфаркт. Умер 11 ноября 2016 года на 60-м году жизни. Актер умер, упав на сцене после поклона на спектакле «8 любящих женщин», где блестяще исполнил роль Марселя.